Автоледи, сбившая троих матерей, возможно, скрывается от судебных приставов. Так думает одна из жертв ДТП. По решению суда даму обязали выплатить 264 тысячи рублей девушке, которая была беременна, но в результате аварии потеряла ребенка. Эта авария случилась еще в январе 2015-го. Три женщины возвращались домой из детского сада, куда отвели детей. Машина налетела на подруг, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Приблизительно от пешеходного перехода 150 метров на мосту. После того, как мы начали движение, она нас сбила, но сразу не стала тормозить. Она проехала прямо дальше до железнодорожного переезда и только там остановилась. Больше всех пострадала Оксана Пономарева. После аварии женщина подала в суд на автоледи. В результате ДТП я потеряла ребенка, и у меня были, как судмедэксперт потом заключил, тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. То есть я сейчас вся в пластинах, и у меня, в общем, оставила меня на всю жизнь калекой. Автоледи попала под амнистию и не понесла наказание. Суд лишь обязал женщину выплатить пострадавшей Оксане Пономаревой 264 тысячи. Правда, получить эти деньги женщина не может. Приставы 2 недели уже с ней работают, не могут ее найти ни дома, нигде. Официально, что она как будто нигде не работает. Таких, говорит, поступлений в пенсионный фонд не поступает. И она сама никакой инициативы, ничего не проявляет. Такое ощущение, что она вообще просто бегает. Теперь женщина ломает голову. Как добиться, чтобы с нее взыскали средства? Кстати, остальные пострадавшие никаких компенсаций тоже не получали.